Случаются в жизни моменты, когда с сожалением думаешь, была бы камера под рукой. А есть счастливчики, которыми момент подвернулся и камера была рядом. Смотрите сами. Много раз падения ледников попадали на камеру. Но в этот раз все оказалось еще более захватывающим. Перед тем, как рухнуть, огромный кусок льда буквально взмыл в воздух. Такое удается увидеть редко. Тем, кто был неподалеку, точно будет что вспомнить из своего путешествия. Если во время вейксерфинга случится упасть с доски и связь с лодкой будет потеряна, можно выйти из положения, добравшись до точки отправления таким вот необычным способом. Со стороны кажется, что он просто отдыхает в невидимом кресле. Парень, да ты изобретатель! Как вы принимаете решение по поводу выбора готовых блюд в супермаркетах? А вот мужчина поступил нетрадиционно. Зачем гадать? Лучше попробовать суп, а уж потом решить, стоит ли брать. Неизвестно, оценил ли его находчивость руководитель отдела. Что вы видите? Волны прибоя? На самом деле, такой эффект создают облака в горных долинах. Если их заснять, а потом воспроизвести запись в ускоренном режиме. Фантастической красоты зрелище, правда? То, как растут ананасы, знают, пожалуй, все. А вот как происходит их сбор, удивило даже нас. Невероятно слаженная командная работа и высокая координация движений позволяет собрать урожай в рекордно короткие сроки. Вот что значит командная работа. Природа не перестает удивлять. Никто не смог объяснить, как могло случиться, что обычное дерево неожиданно для всех превратилось в фонтан. Такое невероятное зрелище повезло увидеть жителям Черногории после выпавшего сильного дождя. Не часто такое увидишь. Лось, идущий по центру дороги. А если он еще и такой огромный, то это просто удача. Потому водители едут на самой низкой скорости, а некоторые вообще вернулись задним ходом, чтобы полюбоваться на лесного красавца. Акул боятся почти все. Хотя на самом деле нападают они не так часто. Но вот любопытны все из них. Эту морскую хищницу, например, заинтересовала лодка, и она поспешила проверить ее прочность на зуб. Может, просто хотела убедиться в качестве? Настоящий тайный ревизор. Любителям вести собственный блог советуем внимательно посмотреть это видео и принять все меры для того, чтобы не повторить подобного. С именинницей все прекрасно, чего нельзя сказать об оборудовании. Ветрозащиту микрофона точно придется менять. А если папа мастер на все руки, Диснейленд может оказаться в собственном дворе. Вот что значит заботливый отец. Дом не достроен, а о развлечении сына мужчина уже позаботился. В качестве поощрения самое дорогое – восторг ребенка. Хотя он такой не единственный, этот родитель тоже претендует на звание «Отец года». Исландия настолько же суровая страна, как и российский Челябинск. Обычным способом тут передвигаются только слабаки. Остальные скользят по льду, подгоняемым ветром. Достаточно легкого дуновения, чтобы воспользоваться такой возможностью. Эти двое не в Исландии, но тоже не из робкого десятка. Кому, скажете, интересно выходить из лодки, если коса не так уж и велика? Можно ведь просто разогнаться как следует и перескочить через препятствие.
Продолжаются споры о том, хорошо это или плохо, использовать ветряные турбины. Рассуждать об этом мы не станем, а вот редкими кадрами того, что может с ней произойти, поделимся. Что-то пошло не так, и турбина стала вращаться, набирая обороты. Смотрите, остальные крутятся намного медленнее. В результате сбоя огромные лопасти просто разнесло в щепки. Что тому стало причиной, выяснять будут компетентные службы, ведь это счастье, что никто не пострадал. Неожиданное происшествие закончилось благополучно. Застрявшему над водоемом парню помог такой же любитель адреналина. Если бы не он, кто знает, сколько времени неудачнику пришлось бы провисеть на вытянутых руках на зиплайне. Это невероятное по красоте зрелище несколько месяцев назад могли наблюдать многие жители Америки. Его запечатлели многие камеры видеонаблюдений. Яркий метеорит, способный доставить немало неприятностей, к счастью, достиг Земли на заброшенной ферме в Канзасе. Обычному прохожему повезло увидеть нечто сверхъестественное. Люк на дороге подпрыгивает без видимой на то причины. Ветра нет. Может, это черепашки-ниндзя шалят? Возможности человеческого тела безграничны. Убеждаемся в этом еще раз, глядя на то, как легко и без усилий преодолевает девушка на роликах низкое препятствие. Вот он, результат долгих и упорных тренировок. Если вы украшаете свой дом к рождественским праздникам, взгляните на это. Размах иллюминации восхищает, завораживает и создает праздничное настроение. А это скорее не подсветка, а целое новогоднее шоу. Может быть, таким способом владельцы сказочного жилья хотят завлечь Санту? Парасейлинг не относится к опасным видам развлечений по воде. Но есть момент, учесть и предусмотреть который невозможно. Вот это и напрягает. Девушки, парящие над океаном, собирались приводниться, когда заметили акулу, дрейфующую прямо под ними. Все закончилось хэппи-эндом. Но девушки, должно быть, не на шутку перепугались. Зрелище не для слабонервных. В штате Луизиана удалось заснять на камеру, как мощный разряд создал искры, которые отправились путешествовать по линии электропередач. Эффектно, однако, выглядит. Работники Карадагского биосферного заповедника в восторге. Им повезло не просто увидеть, но и заснять уникального дельфина Афалину. Все дело в том, что очаровательная дама оказалась натуральной блондинкой. А если серьезно, альбиносы среди дельфинов – большая редкость. И звучит такая новость сказочно. Белый дельфин в Черном море. Сделать тренировки с гимнастическим обручем веселыми и разнообразить занятия – легко. А если таким образом добираться до работы, то и на транспортных расходах можно неплохо сэкономить. Так что хула-хуп вам в руки и вперед! Доставщиком пиццы работать совсем не так скучно, как вы думаете. Ничего необычного. Заказ забирает открывший двери шимпанзе. Еще и расплачивается с курьером. Интересно, чаевые оставил? В Каире таким образом развозят хлеб из пекарен. А что, в условиях жесткого дорожного трафика выходит намного быстрее. Только вот каждый ли может таким заниматься? Потому как скорость не маленькая, а как лихо курьер объезжает преграды и поворачивает. Их там дополнительно такому обучают? Очевидно, черные пятницы настолько вымотали, что рекламная кукла в изнеможении свалилась прямо на асфальт. Нагнетаемый воздух делает ее движения настолько правдоподобными, что многие готовы узнать в ней себя в конце нелегкого года. Герои Марвел, похоже, настолько увлекли военных, что они позаимствовали у них некоторые идеи. Довольно неплохо получилось, правда? Специальный костюм позволяет подняться в воздух прямо с лодки и перенестись на корабль. И похоже, все это на съемки фильма, а не на тренировки морских котиков.
Только никому ни слова. Это тайная разработка. Рисовать красиво совсем непросто. Что уж говорить о том, что делает эта девушка. Создавать автопортрет и смотреть при этом только в зеркало. Ну не знаем, как такое вообще возможно. Вышло идеально. Да что вы знаете о паркуре? Такого вы точно не видели. Смотрите, у него нет неправильной обуви, да и одежда мало подходит для подобных трюков. Но все так легко и непринужденно. Мотоцикл из дерева? А почему бы и нет? Решил мужчина и воплотил идею. В принципе, сзади можно и пассажира устроить, а в лесу транспорт станет отличной маскировкой. Играя на гитаре, парень не предположить не мог, какое впечатление произведет на ценителя своего таланта. Тот в полном восторге просто свалился в фонтан. Теперь вы поняли, как звучит сногсшибательная музыка. Немного праздника в ленту. Вы ж не думали, что елки так и растут в такой форме? Нет, вот как придают им тот самый новогодний пирамидальный вид. Ловкость рук и никакого мошенничества. И вот она, нарядная на праздник к нам пришла. Этот милый ягнетенок определенно требует внимания от хозяина, словно желая что-то уточнить. Эй, а вы, кстати, не забыли подписаться на канал? Потому что у нас еще найдется чем вас удивить.